Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 121 на странице 56 рабочей тетради по русскому языку для второго класса автора Канакиной. Прочитайте, чем интересны выделенные слова. В выходной весной как раз вол Василий вез воз вас. Налетел на старый вяз, вот и кончен наш рассказ. Усачев, автор этих строк. В чем сходство и различие слов «вез» и «воз»? Какими звуками они различаются? В слове «вез» первый звук «в», в слове «воз» – «в». «Вас» и «вяз» в слове «вас» первый звук «в», а в слове «вяз» первый звук «в». «Раз» и «вас» в слове «раз» первый звук «р», а в слове «вас» – «в». Запишите ответ на вопрос «что вез вол Василий?» Вол Василий вез воз вас. Запишем это. Первое слово вол. Заглавной буквой пишем это слово. Василий тоже заглавной буквы, потому что это имя было. Его кличка. Василий. Вез. Воз. Вас. Предложение закончено. Ставим точку. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.